Свой первый день рождения сегодня в городе над Бугом торжественно отметило Брестское управление Государственного комитета судебных экспертиз. Подведение главных итогов, слова благодарности и признательности, поздравления и пожелания – этот день, безусловно, запомнится каждому, кто присутствовал на празднике. Прошедший год усиленной и кропотливой работы нельзя назвать легким, но начальник Брестского управления Вадим Лагуновский уверен, что все самые непростые организационные вопросы уже решены, и сегодня для успешной деятельности созданы хорошие условия. Год был непростым. Достаточно сложно было организационно нам собрать с различных министерств и ведомств экспертов. Порядка там 5-6 ведомств объединили эксперты в наш государственный комитет, в новый государственный орган. Формировали нормативную базу. Ну и самое главное было на этапе образования не допустить, скажем так, задержек в проведении экспертиз. Первым делом мы основное внимание обращали и обращаем на сроки проведения экспертиз. Вот. Год был непростым, но, на мой взгляд, я считаю, мы его прошли достойно. Более 40 тысяч проведенных исследований, около 14 тысяч выездов на места происшествий. Таков общий итог годовой работы, и цифра эта немаленькая. Однако количество в деле установления истины не главный индикатор результативности. Качество и сокращение сроков проведения экспертиз – более важный показатель хорошей работы. Сегодня практически любое исследование проводится в 30-дневный срок. Основная задача, которая перед нами сегодня стоит, это еще более сокращать сроки проведения экспертиз и выполнять эти экспертизы на качественно новом, качестве более высоком уровне. Для этого мы сейчас активно занимаемся зарабатыванием денег для того, чтобы пустить их на создание материально-технической базы более новой, более совершенной, современной, чтобы на более качественном уровне выполнять экспертизы и отвечать на все те вопросы, которые ставят перед нами следствие, суды, прокуратура, органы дознания. Но все эти достижения не только не дают права останавливаться, а наоборот заставляют работать еще интенсивнее. В современном мире, когда практически каждый день изобретаются все новые и новые способы и методы обойти закон, очень важно быть мобильным и постоянно держать руку на пульсе, особенно экспертам, людям, которые являются одним из ведущих звеньев в цепи установления истины.